Зарплаты на 10% сократят всем руководителям органов исполнительной власти края, написал глава региона, отметив, что изменения коснутся и его ежемесячных доходов. Принял решение на 10% сократить зарплату руководящего состава исполнительной власти края, вице-губернаторов и министров. В том числе и свою. Коллеги это предложение поддержали. Поручил юристам оформить все в соответствии с законодательством. Рекомендую проработать соответствующие решения и главам муниципалитетов. Времена сейчас сложные, и мера эта необходимая. Также губернатор напомнил, что в прошлом году уже сокращали фонд оплаты труда чиновникам и расходы на командировки. Уменьшился тогда на 5% и штат сотрудников администрации. Такая оптимизация расходов за последние годы позволила заморозить траты на содержание органов местного самоуправления.